Здравствуйте, друзья! С вами вновь Роман Душкин, и это наши видеошпаргалки. Сегодня у нас немного техническая тема, но она должна быть рассмотрена. И тема нашего сегодняшнего занятия. Конъюнктивное и дизъюнктивное нормальные формы. Конъюнктивные и дизъюнктивные нормальные формы. Это достаточно важная тема, поскольку и та, и другая формы используются при автоматическом доказательстве теорем. Автоматическое доказательство теорем – это важная часть логического подхода к искусственному интеллекту. Итак, автоматическое доказательство теорем входит в состав логического подхода к искусственному интеллекту. Итак, что такое конъюнктивная нормальная форма или КНФ? Конъюнктивная нормальная форма – это конъюнкция дизъюнкций, а дизъюнктивная нормальная форма – это дизъюнкция конъюнктов. Прежде чем я покажу, что это такое, давайте договоримся, что конъюнкцию или операцию и мы будем обозначать умножением, как в алгебре, или выражением а на b. То есть а на b у нас эквивалентно а и b. Чисто для удобства. А дизъюнкцию или операцию и мы будем обозначать знаком плюс или а плюс b, что эквивалентно а или b. Это правило чисто для удобства представления. Вы сейчас поймете, почему. Так вот, конъюнктивная нормальная форма выглядит таким образом. Это, как я сказал, конъюнкция дизъюнктов. А дизъюнкты у нас такие. А плюс b умножить на c. Ладно, e плюс d плюс f умножить на c плюс k плюс m плюс n. Вот что-нибудь такое. Или не а плюс b плюс c и не b или c или d или и не c или e или f. Какие-нибудь такие формулы. Или, например, а плюс b на а, не а или не б. Как вы видите, выражения в таком виде очень похожи на логические выражения. И, в общем-то, если мы рассмотрим вот эту форму, то можно применить закон умножения как в логике, как в алгебре. Это будет а на не а плюс а на не б плюс б на не а плюс б на не б. Вот это вот всегда равно нулю. Всегда. А вот этот вот, а если складывать с нулем, то всегда будет x плюс 0 всегда равен x. Вот, и тогда вот эта штука получается как а на не b или не а на b. То есть мы вот таким образом можем упрощать выражение. То есть и вот это вот у нас эквивалентно а или и не b или не а на б. Вот чтобы не записывать вот это в таком виде, мы записываем вот так. Вот это намного проще. Соответственно, дизъюнктивная нормальная форма выглядит как дизъюнкция конъюнктов. То есть x, y плюс не y на z плюс z, x, t плюс и так далее. Или там а, б, c плюс не а на б на c плюс b, c. Вот как-то так. Повторюсь, обе эти формы используются в автоматическом доказательстве теоремы. И фишка здесь вот в чем. Конъюнктивная нормальная форма истинна тогда и только тогда, когда истинен каждый дизъюнкт, входящий в нее. То есть если конъюнктивная нормальная форма – это произведение
disjunct, то произведение истинно тогда, когда все дизъюнкты истинны. То есть все дизъюнкты должны быть истинны. А дизъюнкты истинны, вот каждый конкретный дизъюнкт истинен, тогда и только тогда, когда истинен хотя бы один входящий в него компонент. То есть все дизъюнкты, входящие в КНФ, должны быть истинны, для того, чтобы вся КНФ была истинна. А вот чтобы каждый дизъюнкт был истинным, достаточно, чтобы входил, чтобы был истинным хотя бы один компонент, входящий в этот дизъюнкт. Что касается дизъюнктивной нормальной формы, то она истинна. Дизъюнктивная нормальная форма истинна. Тогда и только тогда, когда, поскольку дизъюнктивная нормальная форма – это сумма конъюнктов, то сумма конъюнктов истинна тогда и только тогда, когда истинен хотя бы один компонент, хотя бы какой-нибудь один компонент истинен. Но вот он истинен, когда все три входящих в него выражения истинны. То есть А, Б, С равно единице, тогда вот это вот равно все единице, и тогда все вместе равно единице, то есть истинно. Вот. Вот такие вот две формы есть в булевой алгебре, в алгебре высказываний. Собственно, еще раз повторюсь, что конъюнктивная нормальная форма – это конъюнкция дизъюнктов, а дизъюнктивная нормальная форма – это дизъюнкция конъюнктов. Запомните, пожалуйста, это. На этом все. Несмотря на то, что это была техническая такая видеошпаргалка, вы теперь знаете чуть-чуть больше. Поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, пишите в комментариях, что непонятно. Ну и до новых встреч. Пока.